Каждый день мы сталкиваемся с различными стрессовыми ситуациями и неприятностями, которые могут оставлять отрицательный след в нашей жизни. Но что делать, если эта энергия начинает накапливаться в нашем доме, мешая нам жить и действовать? В этом видео я поделюсь с вами тремя сильными молитвами, которые помогут обрести внутреннюю гармонию и очистить дом от негативных энергий, а также создадут благоприятную атмосферу для нашего здоровья и процветания. Если хотите получить больше информации, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Молитва Господу Богу об очищении жилища. Тебе, Богу и Творцу моему, в Троице Святей, славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое и молюся. Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякого мирского, дьявольского и телесного зла избавя, и дашь в мире без греха прийти день сей, в славу Твою и во спасение души моей. Аминь. Молитва об очищении жилья Николаю Чудотворцу. Обращаюсь к Тебе, Святой Николай, чудесами своими Ты являешься нам. Помоги мне очистить свой дом от собственной и насланной скверны, от ругани и погани, от злобы и зависти, очисти мой дом. Свечой и святою водой очисти мой дом, от черни бесовской и мысли порочной очисти мой дом. Так пусть же гнездится в нем мир да любовь. Да будет так. Аминь. Молитва Иисусу Христу об очищении дома. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грядой судите живых и мертвых. Помилуй нас, грешных. Прости грехопадение всей нашей жизни. И ими же веси судьбами сокрой нас от лица Антихриста. В сокровенной пустыне спасения Твоего